Я вниз. Саня, давайте вот сейчас они едут. Саня, МК в бой. Надо мост контролить. Прячьтесь, короче, за мясовозку. Сейчас начнется. Они Саня, с моста давай... едут. Они Саня, с моста да, едут. Они с моста. За мясо прячьтесь. Чего мы на таран бежим? Сука, блин. Ладно. Поддамся стаду. Пацаны, мой первый каптурчик. Это мой второй. Вы первый раз на каптах? Я первый раз. Я второй раз. О боже мой. Я пацаны, восьмой. Пацаны. Где ну, весь состав? Здорово, пацаны. Ну, в принципе, я тот первый капот затащил. Ну, с друзьями. Нихера волков, пацаны, посмотрите, сколько волков мы проебали. Ёбан. Блядь, я свину заспал. О, молодец. Мы как штаб бегаем, блядь. А, стреляют. Они обходят, они обходят, алё. Сзади. Ух ты, ёб твою мать. Это нормально вообще? Почему машина исчезает? Ну все, пацаны, нас зажали на мосте, мы проиграли. Бля, ну все. Бля, нам пизда. Стреляйте. У меня сейчас лидер хочет слить. Так, ага, конечно. Пацаны, стреляйте, нас за... Ну все, нас зажали, мы хорошо слили. Да. А ну стоять! О, пацана, ах, пацана децл! Пацана децл! У меня децл был. Блять, мы его сбиваем. Сука, блядь. Арабьте по ним, пацаны, арабьте. Хотя бы я один стараюсь. Пах дай. Саня. Все, минус что Саня. Что это ГГ, короче? Минус кап. Вот здесь минус тера. О, хоть одного забрали. Ну все, короче, мы чувствую слились. А, типа, куда теперь ехать, когда вылечимся? На респу или куда? На кап, есть. Релогай себе, можно ревнуть, знаешь, можно ревнуть или нет? Да, можно релогай. У меня кар возле болки, возле больки да, есть. Да, пацаны, где весь нормальный состав? Почему с нами сейчас коптятся те, кто первый раз на капте вообще? Кстати, я не первый. Второй. Второй. Он не красава. Классно, 7-1. На респу только к ним не лезьте. Им просто повезло, что их много. Да они нас просто на мосте сразу зажали, блядь. Нахер мы на мост пошли? Я вот тоже думаю. Сейчас быстро захилюсь. Пацаны, вы хоть фрапсите? Ну они хотя бы лидера, мы хотя бы лидера слили. Кричу вас, вы не... А, ну так сливаться это, конечно, жестко. Так, пацаны, я не ебу, можно релогать? Можно, нельзя. А если фрапсишь? Реконнектиться, ну, нежелательно. Ну, а я фрапшу еще в придачу. А у тебя, ты в киллисе спалишься, то что, перезашел? Да, нихуя. Киллиса. Боже... Кирилл, ты такой? А, слушай, блядь, я уже выбежал. Они скажут. Фрапсите. Стой, я сейчас ганс скрафчу просто. Подожди. Фрапсите, если есть. Блядь, я еще и на сервер зайти не могу. Ну все, короче, классный кап. Охуенно. Лол, а чё они скажут уже? Фрапсите, пацаны, если скажут. Фрапс, идёт фрапс у меня. И они скажут, да? Ну все, зальём. Зальём потом. Есть их там хотя бы 5 человек? Чтоб как массовая СКА пошла. Боже, какой массовый СКА. Сейчас я заспавнюсь, посмотрю. Урод, только посмей. Я не вам. Массовая СКА. Сука, еще и печенье подошло. Он не берет. Да хер, что ли? Ах ты нет, не хер. Не берет. О, я ему 6000 дал, он не взял ни одной. Да? Алло. Да. А, я тоже по кому-то, кстати, стрелял, по-моему, ГМ был. А, он одну взял, а потом зажал. Он 6000 подряд потом не взял. А, он 3-й левел. И у него 102 спинг. Заливайте. Мне какой-то урод пытается задобышить. А, за котами не следят? Бакстрелка вперед разрешен. Что? Что? Бакстрелка вперед разрешен.
если стрелка вперед. Потому что быстро цели идешь. На скутере, если. Да. Тогда сейчас я приеду быстро. Сейчас я релогнулся. Смотрите, давайте мясом выйдем, короче, сейчас респы. Я ган скрафчу и родился. Вау, тайный спун, как Под 7000 не взял, тупо 7000. Так вместе надо выйти, чтобы не по одному убивали. Подождите, я лого. Я логаюсь, подождите. Саня, слышишь? Ага. Он лох. Можно я подберу? You're as big as a mountain. Now dress like one. Gain the confidence and freedom to really eat again. When you were little, your mom got you clothes you could wear. Даня, возвращайся. Да, у него ГМ либо пинг очень высокий. Ну не знаю, шестичек вплотную не взять, это жестко. Кирилл, выйдем с тобой? Пацаны, у него второй уровень. Давай раз. Готов? А я уже... Кирилл. Меня слили. Давай, раз, два, три, поехали. Поехали. Меня кикнули. Меня кикнули. Спасибо, Дань. А я что, виноват? В смысле? Я в ПК зашел во время того, что ты ешь. Слышите, пацаны, пропсите сейчас и просто заливаем. Отойди. Отойдите. Я убью. Убью. Я пропсу, со мной волк гонится. Он почти убил. А, Кирилл, пошли с мной. Пацаны, за мной волк гонится, что делать? Я на мопеде лечу к вам, но за мной волк. В штанах у него волк. А меня сейчас убьют. Хунтер. Хуюнтер. Пацаны, это нас СК, быстрее. Так, они с спиной уходят. Быстрее текстуры, уходит. Грузитесь. Всё, давай. Слушайте, пацаны, а вообще релогаться ж можно, по идее? Ну, на кап да, но с тоже рекон нельзя. Реконнектом. А, ну я и без реконнекта, я просто через кил. Помогите. Давай вдвоем их. Ну, зашли ли меня, блядь? Блядь, можно меня послушать, пацаны? Нет. Если видите нарушение, просто за все заливайте. Печень зашла. Дэвин, я все, что могу делать, я не знаю. Не знаю, как вас сливают всех по КД. Тупо я три фрага дал только. Только я три фрага. Они с ГМом гоняют. Ну, хоть фрапсите. Пацаны, понимаете, сейчас фрапсите. О, я пацаны, делаю, пацаны, есть у кого аккаунт с дота ниже 2 кмр? 645-й, да, айди. 645-й увал. Так есть или нету? Нету. Фуз, у тебя есть аккаунт? Да нету, у него, можешь выйти, пожалуйста, отсюда? Жалко. В смысле выйти отсюда? Ты сейчас на копте? Там волк. Я сейчас твой следящий. Там волк плюс сэшл. Зачем тебе объясни аккаунт? В доте, когда у нас капт идет. Что за вопрос? А, у вас капт, тогда сори. Я что знал тебя. Извини, у меня просто тоже самого горит, потому что мы сливаем, они с ГМом гоняют. Вы хоть за каптом следите немножко. По пацану 6 тычек не проходит. Этот 518 ID чекни. Ну, он инвайт пропиши 645. Блять, пусть Кевин пропишет. Ой, Дэвин напишет. Дэвин, инвайт. Тут какие-то мясненько его слили, короче, этот на капте. Печеньку возьми. Ливни. Я на сервер зайти не могу, круто. Сейчас, короче, идем просто заливаем за все. За эстак, за ГМ, заливайте. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Семь человек в банде осталось, 8 даже. Остальные все этот. Да, я зашел наконец. Ну это понятно, это слив. Вы хоть зафрапстили, как там ГМ? Да, я фрапстил. Меня кто-то слил, найс! СК слил. Я зафрапстил. Меня во время АФК слили, это как объяснить? Сколько ты АФК стоишь? Сколько ты АФК? Я, короче, 2 секунды АФК пошел, там бандикам настраивать, и меня слили.
Ты его только сейчас включил, да? Угу. Нет, молодец. Это второй, молодец. Это второй. Это я просто первый раз меня это... Как сказать, на, пришлось перезайти. Так, 2.18, надо выйти до того, как искашь, можно. Да ладно, зачем выходить? Или там уже шансов ноль. Ацтеки на респу приехали. Сука конченая. Ну, с ацтеками не есть. Не стреляйте по ацтекам только. Пиздец, просто не пробивается. Просто не пробиваются. Да ну да, вообще, ну что за уродцы? Ну я ж по нему попал. Ну вот его сейчас гарда слила. Да это врубай, что за гандоны. А, да. Кто такой Филипп Ферраби? Маширраби, это ГС 07. Пацаны, сейчас сидит здесь такой Филиппа Феррари, есть такой? Филиппа Феррари? Нет, такого не было. Дебил, он мне пишет сейчас, привет, я зашел. Боже, помогите этим людям. Господи, дай меня подожди. Сейчас, знаете, да ладно, беги. Ага. Пацаны, вы хоть фрапсили? Да. Сейчас фрапсил. Слушайте, а за что теру дают? За что там теры дают? 3 из 3. За 3 из 3 на копте. За бан на копте. Банов нет. Пацаны, напишите в репорт 518 ГР. Долбоёб. Да? А нет, стоп, не пишите, он вышел. Да смысл, у него пинг 120-150. А, тогда за это вар дают. От 180. От 150 было. Да нет, сейчас... когда пинг больше 100, это уже все, не пробив жесткий идет с аризоновскими лагами. У меня 114. А, это все уже. Волки в нашей инте были. Я запропсил. Скажи, что запропсил. Да. Бля! А в инте запрещено сливать же, да? Да, вообще находиться запрещено. Он просто зашел по белому нормально. Сейчас, короче, заливаем. Тупо заливаем. Они сейчас отбив кинут, короче, и всё. Ну, отбив они кинут. Волки. Слушай, тебе теру вернут за эту парашу или нет? Я не знаю. Пиши этому еблану. Если вы зафраксили. Я зафраксил. Пиши еблану этому, как его, лидеру, байт. Ебланки, извиняюсь, волкам. Такое уебище. Да черти с гэмом гоняют. Да без гэмов они. Они с гэмом. Чувак не пробился кучу раз, я тоже стрелял. За скрин. Все, дай мне уже за скрин. Масками. С масками. Ты зафрапсил маски? Маски. Тихо, подожди, ты зафрапсил маску? Да. Все, хорошо, блядь, заливай. Всё, такая блядь, параша здесь конченая стоит с 8 минуты просто на СК. Сомик тут вообще с гэмом гоняют. Прикинь? Закрывай общак. Бля, прикиньте, если бы за крысу, убить-то в крысу, там давали бы варн. Ебать, вы аутисты, конечно, сейчас бы в крысу на коптение убивать. То, что вы по одному ходите, это не их проблема. Вот они вас окружают, сестры. А еще в начале капта, какого хера машины спавнили, админы? Да. Да, у меня тоже такая. Там два кара, мы тупо поставили, их два заспавнили. Когда следующий кап будет? Отбив херач или ты коптил? Я коптил. Через 20 минут будет капать. Ну, у меня лидер был. Что там? И? Что такое? Там чел эскаши с 8 минуты. Их тупо на листу. Решено со второй. Ты что, напиши, что маски были и ГМ у всех был подряд. Я Роме уже написал, сейчас скажу, что.
Рома охеренно вас следящий, Челик со 7 минуты за волков стоит на респе грув и сделал также порядка 8 фрагов. Пишешь в репорт, админам просто насрать, за потом не следять. Минус тира тупо из-за дауна со СКА 8 минут. Выйти из инты не успеваешь, это животное тебя убивает. Он прочитал, но ничего не ответил. Это тихоплёт. Сейчас я еще волчицей этой напишу, блядь, ёбаный. Волчица? А что за волчица? Это не Луня? Да не Луня. Куня нахер. Это не ночные волки, это ночные сучки. Это ночные бабочки, так сказать. Знаете, ночные бабочки это, ну, не помню. Ну, это понятно, понял, ну все. Сейчас я выключу. Так, я лезу, короче, ЖБ. Слышите? Знаете, что мне сейчас так ответили? Я сейчас написал, короче, конфу где-то, типа, что гоняют с ГМом, типа, блять, нам уже отбив сделали на 16.50. Она, короче, мне пишет, типа, лейте ЖБ, будет опра. Смотрите, у меня есть два видоса. Что с ними делать? Пацаны, нам отбив кинули на 16.50. Печенье, короче, Левай. Девин, ты на сервере? Да. Левай, печенье. Я сейчас жалобу... Кому скинуть видеозаписи, которые я записал? Там две видео... Кидай мне. Блять, не кидай никому, просто возьми, залей. Окей. Заливай просто. Бандика? Ой, в Дискорд? Нет. Сука, пацаны, боже, кого я взял? На форум жалобу закинь. Жалобы на бандитов. Рокки Грувс. Этот, тут на наших жалобы. Да? Да. На кого почитай? Рокки Гроус. Вот он у нас сидит. Рокки, что за причина? А это, типа... Плюс, типа, на видео видно отвод, избив переката, игрок будет наказан, закрыто. Это уже ответили админы, да? Да, Скукат Лоза. Когда ответили? Только что? 12. Во сколько? 26, это было... Алло, тебя не слышно. 12:26. Так а чё он у нас в конфе? Не знаю. Рокки, ты здесь? Рокки. Ну это не на этом капте было, мне это всё равно на другие капты. Ты на этот кап смотри. На этот кап нет ничего. I love my husband more than anything. Which is why I was surprised to find her sleeping with the teenager next door. Now I take each day one day at a time. Это на военке было. I didn't know what I had till it was almost gone. Да хорошо, мне всё равно. I haven't terminated a pregnancy in over a year. I stopped obsessing about my weight. Now there's just more of me to love. They say